Добрый день, меня зовут Анна. Чем я могу вам помочь? Самый эффективный способ избежать заражения – оставаться дома. А для граждан старше 65 лет в регионе с 3 ноября действует режим обязательной самоизоляции. Если дома закончились продукты и лекарства, а родственников в городе нет, на помощь приходят волонтеры акции «Мы вместе». Все, что нужно – позвонить на телефон горячей линии и продиктовать список необходимых товаров. Ржаной. Одна упаковка. Так. Консервы, да, поняла. Акция взаимопомощи «Мы вместе» в регионе действует с первых дней пандемии. В Самарском регионе акция «Мы вместе» не прекращала работать ни на один день, ни в одном нашем муниципальном образовании. Мне кажется, это важная помощь, потому что большинство пенсионеров, вот наша помощь оказана акцией на пожилым одиноким людям 65+, это люди, у которых нет родственников, нет социальных работников, возможно, да, и они больше всего нуждаются в помощи. В акцию вовлечены порядка 3500 добровольцев со всей области и разных волонтерских организаций. В каждом из 37 муниципальных образований работают собственные отделения движения «Мы вместе». Туда из регионального штаба направляются заказы жителей. Запросов много, но ни очередей, ни задержек нет. Надежда Осетрова обращается за помощью волонтеров «Мы вместе» с марта. Признается, пока ситуация с заболеваемостью остается острой, это для нее настоящее спасение. Ой, ну это было давно уже, я начала звонить еще с весны, там еда какая-то, и если что-то еще, позвоним, закажем, там может быть лекарство, может быть по хозяйству что-то. Большое спасибо, что есть такие организации, которые помогают вот пожилым, особенно людям. Каждый звонок, поступивший в колл-центр регионального штаба, отслеживается координаторами акции. Насколько волонтер справился с запросом, соблюдал ли противоковидные меры? Разумеется, первое – это маски и перчатки при передаче и соблюдение дистанции. Продукты передаются дистанционно, мы оставляем пакеты и стараемся не контактировать с теми, кому требуется помощь. Ну, как говорится, кто, если не мы, поможет? Волонтеры для этого и волонтеры, чтобы помогать другим людям. Обратиться за помощью волонтеров акции «Мы вместе» может каждый житель 65 лет и старше. Благополучатель должен подтвердить, что в населенном пункте у него нет родственников, а социальный работник за ним не закреплен. Позвонить можно по телефону горячей линии, указанному на экране. Гульфия Сафина, Сергей Баскин. События.